Кто такой утешитель? Там, в общем-то, написано, кто такой утешитель. Дело в том, что в период восстановления храма после пророков Хагая и Захарии, как евреи верили, пропало пророчество, пропал Святой Дух, остался только Баткуль. То есть связь между человеком и Всевышним, не то что оборвалась, она стала такой очень-очень плохо функционирующий. Человеку очень трудно было, если раньше можно было обратиться к пророчеству, к Святому Духу, Урим и Тумим, и получить что-то, получить какой-то ответ от Всевышнего, то сейчас вы представляете себе, в каком страхе находились люди, которые лишились этого пророчества, этого понимания. И какая радость была у людей, которые имели общение с Иешуа, через которого говорил Всевышний, в котором пребывала полнота Божества. Естественно, это был страх, что он уйдет, и мы снова останемся со своими мыслями, догадками. У нас не будет никакой связи со Всевышним. И Иешуа обещает, что у его учеников будет Святой Дух. И это их утешит. Утешит в их горе расставание, в том, что не просто Иешуа ушел, вознялся, сел одесную, а в том, что нету связи со Всевышним. Это как бы им даст возможность со Всевышним связываться.